Мы находимся на территории Большого ботанического сада в Москве. Здесь богатейшая коллекция сирени, она вся в цвету. Здесь безумный аромат. Когда-нибудь интернет сможет передать все те запахи и передать все те чувства, которые нас обуревают. Ну, на самом деле, ботанический сад вообще произвел очень большое впечатление. В отличие от нашего ботанического сада Петра Великого, территория намного больше. Здесь, ну, наверное, я бы здесь жила, вот по большому счету, если бы я жила в Москве, особенно если в каких-то недалеких домах. Посмотрите, какая сирень, какие сорта. Я многие сорта видела впервые. Покидаем ботанический сад, покидая немножко с грустью. Я просто перед отъездом хотела бы пару слов сказать по поводу оранжереи. Нам выпала честь посетить ее еще до общего открытия. И я с нетерпением буду ждать, когда она откроется. Потому что только ради посещения этой оранжереи имеет смысл приехать в Москву. Приезжайте сюда на цветение сирени. Приезжайте сюда на открытие оранжереи. Это что-то невероятное.